Маршал заберу. Ладно, в ДВ рейде объяснял, повторю, в этом рейде один единственный. Если вы будете поливать друг друга грязью в рейд-чате, я вам буду начислять ГП. Следуем за этим, улетаете в мод что в гильдии, что в дискорде. Меня это уже заебывает. Это газ, ждите. Он релогается, наверное. Ну, кто им написал, а он это вышел. Короче, до 37 косарей бьет. А только пламя? Да. Бей вагу. Контролить надо людей в МК, не убивать. А на торте кто-то другой, да, играет? Да.
Резайте. Патруль слева. Слишком далеко.
Последняя пачка и патруль подходит. Отойдите. У кого там ассисты есть? Шериф Тинк. Мопчика пропустили каким-то мифическим методом. Видимо, он заявил. Привезти? Давай. Или я ее да, выйди. Пиздец, страшно.
Ну и кто там налутал воронных знаков? Кирс, ты в хиле. Фаермаг нужен будет? Да. Так, мне тогда спек надо идти делать. У того ешь не надо особого фрасте, поэтому лучше, чтобы вдвоем в фаере был. Окей. Че у силки в хп? 200 в стамину всем. Всем. У кого-то из локов Reddit демон спек есть? Есть. Альт в 4 не хватит. Говорю, всем 200, значит, всем 200. И мне совершенно все равно, у вас там не будет хватать урона или чего-то такого. Просто по 200 в стамину. Ждем алоэ. По идее, должен появиться уже. Где оповещения ебущие ВКонтакте убираются? Сука. Покурим 5 минут, пока алоэ ждем. Альт 4. Мы потраем силками в стамину. Нормально, чтобы все было с выживаемостью. А уже потом там, по ситуации, вернем обратно. Здесь мы будем саппорт пить? Да, обязательно. В обычке или в хэм? В хэм. Я уже говорил, всем, у кого 4-5 нету, те игроки ЕП за трай босса не получат. Чего нету? 4-5. Сумните, пожалуйста. Миша, а ты настраивал запись лога? Я вот чисто тебе только тему нашел, и все, я сам не использовал. Не использовал, да? Не. Я настроил. Короче, блядь.
то пизда, сейчас дезурона буду каждый вечер писать. Мне кореш, короче, ну... Вас понерфили? Анкил, ты тут? Да. Мне кореш, короче, он это... По всей этой хуйне разбирается, короче, компы чинит, все там, всю эту хуйню. Ну, короче, шарит, блядь. Он, короче, он пишет, это хуйня, говорит, кто тебе эту хуйню посоветовал? Школьники, говорит, как манки, да? Манки на эти, говорит, эти программисты, или, сука, эти. Ну, не знаю, я тебе говорю, у меня вот брату собрали комп, и он, типа, реально, как бы, ну, переживал, что у него игры тормозили, типа, не мог понять, в чем причина. И он вот это сделал, у него перестало. Не знаю. Хуй знает, блядь. А чё он тебе посоветовал? Ну, вот типа это... ядра включить у компа. А там, нет, понимаешь, там не написано, типа, включены, не включены. Они вообще по автомату, типа, работают всегда. Диман, просто смысл дозрона твоих логов с фулбрелями твоими? Там нужен среднестатистический, а не, блядь, завод. Кто тебе это сказал? Потому что он пытается все классы по среднему брать с 5 брюлей и примерно там 300 с чем-то усил. Он спрашивает, сколько тебе лет, блядь. Скажи 27. А, блядь. Сука. А он тебе что-нибудь посоветовал? Да. Мне вот интересно, что он под тебе посоветует? Он, ну как? Он сказал убрать галочки мне. И не лезть туда. Охуенно. Где галочка? Короче, ничего не делай. В МСКОН. Сразу видно, шарит. Запустить от имени администратора, да? Комп перезагрузить, там от вирусов почистить. Роутер перезапустить. Он картинку прислал эту, где тип, короче, так на руку облокачивается, типа с улыбкой. В шляпе. Понятно. Ты это. Че он тебе-то посоветовал? Да я говорю, он мне ничего не советовал. Он говорит, убери галочки, не лезь туда нахуй, говорит. Охуенно. Может, ему рассказать про то, что брату твоему помогло? Да забей. Не, ну ты просто попробуй это сделать, если у тебя, типа, останутся тормоза, сделай обратно, и все, типа. Ну как хочешь. Мы же не хакеры. Че, у тебя комп, что ли, сгорит, если ты галочку поставишь, или что? Он говорит, нахуй посылать, сука. Сижу, ржу, бля. Пиздец просто. Не, ну дело твое, че. Я просто его знаю, блядь. Он свое дело знает. Он на этой хуйне зарабатывает. А, ну тогда, может, это реально хуйня. Зарабатывает на хуйне, поставить галочки. Я тоже. Не-не-не, снять галочки. С вас 2000. К нему приходит, он говорит, да это все хуйня, типа, обратно делай, и норм. Вот здесь две галочки, с вас 2000. Не, ну смотри. Стоит проблема. Вот у меня, по сравнению со старым компом, на котором видюха 750, что ли, была, а сейчас тут 1050. Проц 8-ядерный, блядь, у меня 5 вроде какой-то. Ну, оперативки также по 16. И у меня почему-то, блядь, лаги начались, Вовки. Сука, я не понимаю, почему. Так, кто из локов хочет на замене послакать? Плюс чат. Анкилла, ты фаери на взрывную волну символ никакой не ставил? Нет. Окей, это значит труд другого класса. Так там символ, чтобы типа наоборот не откидывало. Ну, maybe с элемом, то или чё, не помню. Это, по-моему, элему типа не откидывает, и, по-моему, у совы тайфун тоже, чтобы не откидывал. А, блядь, это у Ханта на ловушку был символ, чтобы откидывала она наоборот, блядь, на Пандаре, и всё. Нихуя, ты почти рядом угадал. Да, блядь, почти. Какую ловушку у Ханта такой символ? Только патч класс перепутал.
Я говорю, там какую ловушку ханта такой символ? А взрывная огненная, она на Пандаре откидывает символом. Значит, объясняю насчет сапротов. Мы не пьем сапрот вообще нигде, кроме лича и джайна. Соответственно, сапроты просто так из ГБ никто не берет. Кто его просто так взял, сразу же готовьтесь класть обратно парочку. В ХМ-ке тоже не пьем? В ХМ-ке обязательно пьются. Если я говорю брать сапрот, значит его берут оттуда. Сейчас брать сапрот? Обязательно. Хреново у нас алоэ все еще нет. Может, сапроты по полтиннику закупать? То что-то, блядь, по 400 голды, это что-то жирно. А по полтос тоже дорогие, кстати, стали. Ну, их по можно крафтить. Их можно крафтить же. Там всего 4 этих древних. Ну, явно не по 400 голды. Я не выйду. Энджи, у тебя Т5 на медведя вообще нету пары кусков, да? Эпик, кинь метроид. Айзек, ты тоже кинь метроид. Энджи, давай, короче, спекнись с танка, будешь проявиться танчить. Наполивать на тебя будет коника его. Попробуем так для начала. Значит, Кават и Войд, там на боссе разберетесь сами. Энджи, ты правицу танчишь. Соответственно, Эпигастрий, твоя задача забрать жреца и подвести его под луч. А я буду пробовать воплощение выводить на внешний круг уже. Ну ты сейчас увидишь, бой начнется. Появляются там лучи в босса, которые идут. Первый луч мы не перекрываем с собой, пускаем его. Потом вылезает два ада. Провидец и жрец. Соответственно, оба ада подводятся под два разных луча. На них должно набраться 20 стаков. Они лопаются, появляется воплощение бездны. РДшки потом эту хрень сливают. Сориентируешься. Все танков они многовато ли? 5 танков. А Альт F4 у нас люди не умеют спиной стоять, поэтому у нас Элем. А точнее не Элем, а там совы, маги будут сбивать каст этот.
А кто на боссе? На боссе ты с Войдом там разберетесь. На ретаунт хоть эта вся херня. С шестой группы кто хочет в рейд обратно? Сантей там спек из-то обратно, нормальный спек. Так, а можно еще раз? Маги на ком сидят? Жрец. Нет же, я не помню, правитель слева жрец, справа появляется, вроде так. Уже давно тут не были. Рыбку ставлю.